четверг утром в Москву спецрейсом прибыл лидер чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев. На переговорах с министром по делам национальности Вячеславом Михайловым речь шла о коалиционном правительстве Чечни. Позже на переговорах в Белом доме премьер России Виктор Черномырдин и Зелимхан Яндарбиев подписали совместное заявление о принципах урегулирования кризиса в Чечне. Свои подписи под заявлением поставили также секретарь Совета безопасности России Александр Лебедь и один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев. Была подтверждена необходимость создания объединенной комиссии. В числе ее основных задач – осуществление контроля за исполнением указа президента России, касающегося Чечни, подготовка мероприятий по борьбе с преступностью, терроризмом и проявлениями национальной и религиозной вражды, осуществление контроля за целевым использованием финансовых и материальных средств, выделяемых на восстановление экономики республики. На первом этапе особое внимание обращается на решение следующих вопросов. Обеспечение социальных и компенсационных выплат пострадавшим в результате вооруженного конфликта, восстановление максимально возможного числа рабочих мест, приоритетное финансирование восстановления жилья. Комиссия будет находиться в Грозном и собираться не реже одного раза в неделю. Отдельным пунктом заявления зафиксировано, цитирую, «неукоснительно выполнять предыдущие договоренности по обмену насильственно удерживаемых лиц по принципу «всех на всех».